Старушка подобрала этого питбуля на улице, но спустя время соседи услышали жуткий крик. В деревне, в которой жила бабушка, появился страшный питбуль, которого боялись все соседи. Соседи предупреждали бабушку о его появлении, но, несмотря на это, пожилая женщина все равно продолжала выходить на улицу. И однажды, возвращаясь домой, она встретила этого монстра. Как оказалось, питбуль был не страшный, а наоборот дружелюбный, поэтому женщина забрала его к себе в дом. С того момента пес стал для старушки настоящим другом. Несмотря на это, соседи предупреждали ее об угрозе и говорили, чтобы она избавилась от него. Однажды к бабушке приехали внуки, и с этого момента началось все самое страшное. Дети пошли гулять на речку, но как только один из детей зашел в воду, его тут же унесло сильным течением вниз по реке. Услышав жуткий крик детей, питбуль сорвался с цепи и кинулся в реку, чтобы спасти ребенка. Собаке удалось спасти ребенка, а все соседи поняли, как ошибались, когда называли его монстром.